Всем привет, дорогие друзья! И сегодня я решил тоже побаловаться и поиспытывать свой хозбыт, который называется керамбит. Ну, я не являюсь, к сожалению, мастером, тем более филиппинского ножевого боя. Ну, так просто побаловаться. Чтобы не падало. Баклажку, конечно, режет хорошо, но и валит тоже. Что-то легкое очень. Вот это более удачный. Два пореза удалось нанести, пока она падала. Раз и два. Так, один, второй, третий не вижу. Я же весь мокрый день. Вообще прикольная вещь. Можно еще вот так вот делать. Такой вот хозбытик, керамбит. Ну, извиняюсь за свои кривые руки, опять же. Особо не являюсь, еще раз повторюсь, специалистом ножевого боя, но тем не менее, хозбыт. С вами был еще разок. Пока!